Трихонин Данила, спортивная школа Олимпийский. Ему 16 лет, боксом занимается 5 лет. Тренируется под руководством Терентьева. Давай!
Синим углу Рахимов Фаид, клуб «Гарнизон». Ему 17 лет, тренируется под руководством Хаитова. К выходу на ринг приготовится заключительный 25-й парень. В этом бою единогласным решением судей победа одержал боксер красного угла Трихонин Данила, спортивная школа «Олимпийский». Награждение боксеров проводит начальник управления физической культуры и спорта города Набережной Челны Насретдинов Роман Мансурович. За второе место награждается Рахимов Фаис, клуб «Гарнизон». Ваши аплодисменты. За первое место награждает Трихонин Данила, спортивная школа «Олимпийский». Также от Федерации
бокса города Набережной Челны получает специальный подарок. Смена судей. 25-й бой судят. Рефери, Набиуллин, судьи сбоку.